Привет, вы на канале Техноблогер Михаил. И сегодня я вам покажу мои два собранных набора. И вот этот вот магазин. Магнит. Магазин Магнит. Магнитополис. Вот такой вот магазин. Магнит. Я тут вот сделал подставку, чтобы он стоял, потому что тут все вот это вот отдельно, все детали, вот это вот отдельно. Вот сейчас вам покажу поближе. Вот. Вот такой магазинчик. Такие вот заборчики. Касса вот. Человечка я сам свой. Своего поставил сюда. Человечка. Тут вот такой холодильник. Тут разные напитки, пельмени. Тут птица и мясо, курица и мясо, тут рыба, и тут напитки. И вот тут еще вот такие вот, это пирог. А это фрукты. Вот такой вот магазинчик. Такой грузовик у меня еще я купил. Вот такой вот. Я ему тоже сделал тюнинг. Я сделал вот такой вот панель сюда, чтобы была дырка. Вот такую панель гладкую черную себя нашел. Я сделал вот тут вот, поставил вот такую красную детальку и серую. Еще я тут сделал как мосты тут, тут и вот тут. У меня было две таких, но нашел только одну и поставил сюда одну. А эти тоже круглые вот нашел. Это тоже тут дырка была, я ее задел вот тут вот. Такой грузовичок. И тут вот. Тут вот эти вот решеточки я сделал сюда. Вот такую деталь сюда поставил. Это чтобы не касалось колеса. Что вот так, то они не касаются. Если сюда поставить, то нет. Я сделал вот сюда такой порог. Порожек. Вот так открывается тут. Это не я сделал, то уже так было. И тут, кстати, можно снимать крышу, чтобы туда складывать продукты. И тут у меня тележка. У меня была тележка в коллекции Лего. Я вот ее решил поставить. Чтобы работник как бы вывозил продукты. Она катается вот на колесиках. Она тут вот стоит. И он вот так вот прицепляется. Советую вам покупать эти наборы два. Магазин Магнит и грузовик Магнит. Тут вот, вот такие вот человечки есть.
Я ее сюда поставила, она продукты ставит, ложит. И тут такой вот мужчина, он кассир. Вот сюда я его сажу, прям сюда, потому что выше не получается. Слишком высоко. Только вот так вот. Такой магазинчик. Тут я еще вот в магазине добавил вот такой банк. Тут есть деньги. Он вот так вот с этой стороны остается. И вот тут 200 баксов. $200. Вот так закрывается и ставится обратно. И он вот тут вот стоит. Можно играть и вот сюда засовывать деньги. Сейчас банкомат. Ситибанк. Очень классные наборы. Мне понравились, советую вам. Их можно купить за обычную цену, но они, вот это два набора, это стоит по обычной цене 1999 рублей, 2000. И это тоже 1999 рублей, 2000. А я их купил за 600 рублей. Один за 600 и второй за 600. По бумажным наклейкам. Есть такие бумажечки. Туда клеятся бумажные наклейки. 10 штук наклеек. И можно брать один набор. И электронная есть. Магнитики. Их потом можно... Не знаю, как их использовать, но ими тоже можно расплачиваться и потом по скидке. То есть по бумажным 600 рублей, а по электронным 500 рублей. Вот такой вот магазинчик. Я еще вот сюда вот добавил вот такие решеточки. Ну, как при входах, такие есть обычно. У меня одной не хватило, и вот так вот три получилось. Дверцы вот открываются. Вот. Вот насквозь. Открываются. Тут вот такие ручки. Как бы. Вот так. И вот так. И, кстати, не только в этом магазине открываются дверки. Но еще и вот в этом грузовике. Вот тут. Вот так вот открываются двери. Теперь у меня вот такая коллекция есть. Там еще есть пекарня, но она просто такие... Три стены. Внутри нету никакого наполнителя. Ну, как вот тут вот такие вот стеллажи, полочки. Нету такого всего. Там только столик на улице и такое здание. Ну, сегодня вот такое получилось видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы видеть все мои уведомления о моих новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока!